анонс и точная дата выхода 7-й серии 2-го сезона сериала «Ничто не случается дважды». 7-я серия сериала выйдет на телеканале СТБ 2 апреля. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как на поминках Азиза, его дочери Мас, наконец-то захочет попрощаться с подлой Зейной. Но у женщины другие планы. Она расскажет, что была любовницей Азиза еще до появления Раисы и теперь считает себя законной наследницей его дома. Что теперь будет делать Римас в этой непростой ситуации? К Аглае на передачу должна прийти Алла Субботина, но телеведущая не в восторге от своей гости. Помощница сообщает, что на программу придет кое-кто побегайло, который бросит свет на прошлое успешной модели. Но Аглая еще не знает, что история Аллы тесно связана с ее собственной. Маша Богданова наконец-то прибывает на остров Робинзон Крузо. Именно это место было обозначено на глобусе, который Огнев прислал с последней куклой. И Маша надеется, что она найдет здесь Вадима и свою дочь. Аглая проснется в объятиях своего нового возлюбленного Никиты, бывшего мужа Ирины Сергеевны. И кажется, женщина впервые счастлива за очень долгое время. Но внезапный телефонный звонок разрушит ее романтическое утро. У ее сына Глеба обнаружили лейкоз. И теперь ему нужна пересадка костного мозга от ближайшего родственника. Напомним, 7-я серия сериала выйдет на телеканале СТБ 2 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Желаем всем 36,6.